На цьому тижні ми демонстрували вам сюжет про злочинців, які за допомогою спеціального сканера привласнювали елітні японські автівки. Умільців у нас вистачає, нація, як то кажуть, здібна. Але ми часто, майже добровільно, віддаємо своє майно спритним крадіям. Зокрема, коли залишаємо транспорт на нібито офіційних стоянках. Активісти громадського руху ЗОВ взяли на себе частину виховної роботи. Намагаються розтлумачити громадянам, чого не треба робити. Навіть відеоролики спеціальні знімають. Олександр Слободенюк і Дмитро Єлагін сьогодні мої гості. Добрий вечір. Здравствуйте. Добрий. Борці с кражами автотранспорта. Итак, давайте, прежде чем посмотрим небольшой видеоролик, который вы сняли и выложили в интернет, для чего? Ну, ролик мы снимали, на самом деле, в первую очередь для того, чтобы показать, что оплачивая парковку, мы не страхуем свой автомобиль от угона или от повреждения. То есть, на самом деле, парковщик за автомобилем следить не будет. Это был основной посыл. Это только в Днепропетровске такая ситуация или это тенденция практически это во всех городах? Во всей стране все руководствуются единым законодательством, поэтому здесь все одинаково. Ну давайте, наверное, тогда посмотрим этот небольшой фрагмент, а потом уже будем общаться, комментировать. Да, давайте, давайте. Смотрим. Здравствуйте. Это сейчас сканер на полтора. Сейчас 7 гривен, 10 полтора, 21. Ну давайте, я сейчас на полтора где-то. 2, человек только можно, то я по работе. Я сейчас выпишу. Выпишите. А вы за машиной вообще присмотрите, потому что, блин. Присмотрите? А раньше давали такой, как фиксальный чек просто. Пока временно перейти. Товарный-то. Просто мне денег за него заплатят за такое, я не знаю. Вообще, вот печать. Борис. Я понял. Хорошо, спасибо большое. Я там Ланос оставил, нет машины. А там человек из Тимка. Так а кто там? У меня вот чек, вы мне же, по-моему, давали чек, я вон ставил уже машину. Еще. Ну нет машины, блин. Да как нету? Ну блин, вот. Может там они... Я там парковал другие машины. Так вы ж подошли мне... Подошли кто-то это, открыл твою это, думал ты. Здравствуйте. Вы зателефоновали на линию 102, Днепропетровская. Зачекайте, вільний оператор відповість вам. Ну вот мы посмотрели отснятый и смонтированный вами ролик. Немножко, конечно, мы его подсократили, но главный смысловой лейтмотив мы все оставили. Итак, да. Кому мы платим, зачем мы платим? Ну, проблема в том, что многие люди... не разбираясь в принципе в законодательстве, они думают, что если он заплатил парковщику, который подошел, попросил денег, мы в ролике специально задавали вопрос, а будете ли вы следить за автомобилем, получили утвердительный ответ, после этого передали деньги, получили некий документ, какую-то бумажку в данном случае, фискальные чеки они уже даже не выдают. И после этого уже попытались угнать, реакцию парковщика вы увидели, то есть, ну там не попало, к сожалению, в кадр, мы отснимали момент угона, он демонстративно даже отворачивался в другую сторону, когда услышал, как сигнализация сработала, там где-то примерно минуту наш угонщик машину скрывался, заводил, парковщик просто отвернулся в другую сторону, и ну, было видно, он это делался демонстративно, то есть ему это неинтересно. Собственно, платим мы уж точно не за охрану на парковках. Ну и проблема в том, что, опять-таки, согласно законодательству, парковщики ответственность на самом деле не несут. Они не должны смотреть за автомобилем, они предоставляют только парковочное место. Дим, когда парковщик понял, что автомобиль угнан, а он обещал присматривать за автомобилем, какова была его реакция, насколько он начал нервничать и нервничал ли? Ну, как по мне, он нервничал. Он сразу начал говорить, что это не я вас парковал.
Потом начал говорить, да я вроде бы видел это, вы сели в автомобиле, уехали. Я ему говорю, нет. И, то есть реакция, он не знал тоже, что делать на самом деле. Он растерялся и начал нервничать. После того, как вы уже показали этот ролик в интернете, были ли какие-то вам звонки со стороны правоохранительных органов, со стороны тех, кто выдавал чек, скажем так, там же есть в квитанции предприятие ЧП, да. ЧП, которое, собственно говоря, берет деньги непонятно за что и непонятно нет, куда. Нет, реакция нет. Была только от зрителя. Только от зрителя. Да, зрителя и потенциальной, собственно, жертвы, наверное. Ну и так, урок своеобразный каждый из тех, кто посмотрел этот ролик, получили. Как думаете, после вот этого всего платить станут меньше? Ну, наверное, часть людей все-таки задумается, которая часть вот именно думала, что они за охрану все-таки платят, задумаются, скорее всего, и часть из них не будет платить. Насколько с юридической точки зрения закона, ну, грубо говоря, мягко послать парковщика? Ну, есть определенные критерии, которым парковка должна соответствовать. Это первое, должны быть знаки соответствующие, должна быть дорожная разметка и должен быть паркомат. Не вот эти штуки у них, как колокольчики мы их называем на шеях, не там какие-то коробочки, и наличного расчета быть не должно, и, соответственно, в Днепропетровске у нас нет на данный момент ни одной парковки, которая соответствовала бы этим требованиям. Ну, на самом деле, тогда что нужно делать? Вызывать полицию и говорить, здесь дядька вымогает денег? Или как себя вести человеку? Для наших людей, наверное, это уже занапто вызывать полицию, все-таки тратить свое время, они так считают. Но кто может себе позволить, да, мы рекомендуем вызывать полицию и все это фиксировать. Ну, вот вы, как члены общественной организации, хотя бы раз в 3 дня, если будете вызывать наряд полиции, то таких парковок станет меньше. И людей, которые ходят, собирают деньги, потому что они прекрасно будут понимать, что так или иначе можно попасть хотя бы как минимум под административное правонарушение. Ну, лично я считаю, что будет лучше, если не мы будем каждые 3 дня, а 100 человек каждый день. Одни сами мы вряд ли справимся. Но такими действиями мы не будем отвлекать новую полицию от прямых своих обязанностей раскрывать преступления. На самом деле это их и есть прямые обязанности, так же самое. То есть вымогательство это и уголовная статья в том числе. То есть там только суммы, наверное, другие. Но все же. Более того, наверное, извиняюсь, если чем больше вопрос будет подниматься, тем быстрее городские власти захотят этот вопрос урегулировать все-таки с точки зрения закона. А реакция городских властей была хоть какая-то или нет? Ну, во всяком случае, Хотя бы на приватном уровне. Нет, мы не видели. К нам никто не обращался. Итак, ролики об угонах автомобиля сняли. Что планируем снять дальше? Ну, следующий ролик будет разъяснять, почему не нужно платить за парковку с точки зрения закона. Собственно, то, о чем сказал, разметка, знаки, паркоматы. Попробую в игровой форме обыграть это и донести зрителю. То, что снимали, это достаточно длинный процесс, то есть постановочные вещи. Я видел, камера находится на одной из крыш, то есть, ну, надо же было получить зеленую линию для того, чтобы удачно, комфортно разместиться. Или это сейчас не составляет? Это не составляет никакого труда, довольно просто. Вопрос в оборудовании. Есть оборудование, мы его используем. А кто идеи генерирует? Все. У нас некий коллективный мозг. В основном это Александр Слободенюк, он сейчас преуменьшает. Ну вот он дает идею, а уже там развиваем ее дальше и думаем уже как бы вместе. Были ли коллеги по идеям из других регионов, которые заинтересовались для того, чтобы, ну, как-то объединить усилия в борьбе с нелегальными парковщиками? Или легальными, но непонятно каким. Да их даже не знаешь, как назвать, собственно говоря. Это процесс бесконечный. Сколько мы этим занимаемся, наверное, лет 6. Так параллельно тоже много людей, друзья, там, например, с Харькова, они делают листовки, которые разъясняют, почему парковка бесплатная, почему она незаконная. Ну, людей на самом деле масса, да. Каждый в своем регионе этим и занимается. Что, на ваш взгляд, мешает быстрым изменениям? Потому что, ну, 6 лет – немалый срок, ребенок родился и в 6 лет идет в школу, а мы, по сути дела, топчемся на одном месте. Можно, да. Но это, в первую очередь, я считаю, тотальная коррупция просто. Что вот эти вот паркоматы, которые были поставлены, вот эти вот коробочки металлические, даже паркоматом его нельзя назвать, были причем за бюджетные средства поставлены, вот, и они не согласны постановлению 1342. То есть, в первую очередь, я считаю, это коррупция. Дальше желание просто перенаправить эти потоки денежные все-таки в бюджет, а не в карман кому-то.
Вот очень хорошая фраза. Кому-то. Вы знаете фамилии людей, кому это выгодно? В Днепропетровске, по крайней мере. Вы хотите услышать эти фамилии? Безусловно. Может быть, хотя как минимум станет стыдно. Слухи, это слухи. Ну, на уровне слухов. В любом случае, это все сходится с горсоветом. Я, ну, честно, даже какую-то фамилию не назову. Я реально. Ну, в любом случае, это сходится на горсовете. Раньше это были Бацун, там, старые, я просто помню. Сейчас я сильно не вникал, но мне на самом деле это не сильно интересно. Ну, дякую, що знайшли змогу і завітали до нас. Будемо чекати на нові ролики. Можливо, з'явиться найближчим часом так званий продакшн від вас. Ми вас будемо підтримувати. Дякую, що знайшли змогу і завітали до 9-го. А, останнє запитання. Як з вулицею Червоною? СБУ на Чкалова вони знак убрали. Еще пытаются конусами как-то ограждаться улица Красная под МВД. Сейчас мы в процессе юридического обоснования, почему ее нужно открыть. Дякую, что нашли змогу и завітали до нас. Ну, а нашим глядачам нагадаю, що громадські активісти ЗОВУ були у гостях 9 каналу. Вони розтлумачують нашим глядачам, чи потрібно платити за паркування.